Запись пошла. Приветствую всех, кто когда-либо будет смотреть это видео. Это игра Far Cry 3. Прохождение от человека, до этого никогда не игравшего в компьютерные игры. Продолжаем проходить игру. В прошлой серии я открыл вышку, и вон там стоит какой-то мужик. В прошлый раз, когда я тут был, его здесь не было. Так. Забыл немножко, как здесь выбирать оружие. Все, мужик больше не стоит. Так, теперь мне нужно как-то, желательно, не убившись, слезть обратно. А что у нас вообще сегодня в планах? В планах у нас сегодня попасть вот сюда. Но до этого у нас здесь куча других разных интересных событий по дороге. И стрельба из пистолета, и... А, нет, ну стрельбу из пистолета мы не пойдем. Есть вот какая-то звездочка, что это такое? Это, блин, испытание ракет. Давайте сначала захватим аванпост. Потом посмотрим, что такое испытание ракет. Так. Так, где у нас аванпост? Аванпост вон там за горой. Опять здесь кто-то шипит. Собаки какие-то. Нет, что-то... А, это Динго. Мне почему-то, по-моему, была нужна их шкура, нет? Гадость. Не помню. Мне была нужна шкура оленя, насколько я помню. Для того, чтобы сделать себе для гранатницу побольше. Но оленя мы пока искать, наверное, не будем. Так, Динго. Что-то мне их... Блин, мне это их, видимо, мало двух. Ладно, давайте аванпост захватим. Ага. А как мы туда... Как же нам туда залезть? Ё-моё. Он же эту гору-то не, на нее не взберется. Может, вот здесь? Как-нибудь, не знаю. О! А тут еще одна гора. Ну, ребят, ну что ж такое-то, а? Так, а там чего? Это не тигр случайно? Нет, это козлы. Так, слушайте, да... Как это ванпосту найти? Ну, он где-то за озером, да? Свиньи. Ну, опа. Ага. Аванпост где-то вон там, да? Ребят, вы забрались.
Аккуратно надо здесь не навернуться куда-нибудь в какую-нибудь яму. Так. Пошла угрожающая музыка. Но аванпост я по-прежнему не вижу. Вон аванпост, вон где дымок. Ух ты! Как мне здесь спуститься туда пониже? Вот здесь можно? Да я знаю, что надо перехватить колонну, сейчас я не буду пока ее перехватывать. Главное здесь не ёбнуться. Вон они. Так, а снайпер-то откуда? Он снайпер, уже вижу. Ну, надеюсь, он меня не видит. Знаете, я никого из-за деревьев здесь не вижу. Я вижу только снайпера и вот еще одного. Боюсь, что отсюда я их и не увижу. Но снайпера можно попытаться грохнуть. И не у меня это не получилось. Все. Я подниму тревогу. Косо я стрелял, не попал в него. Будем через минуту. И тут еще снайпер. О! Мне кажется, надо да отсюда валить, только как? Куда? Мы идем с запада. Так. Что же делать? Подниму тревогу, блин. Ну сюда-то они не залезут, тут 100%. Но как мне с ними воевать? Вон снайпер. Или не снайпер, а кто-то там узко. Так. Конечно, глюки. Падать не надо, тут сдохнешь моментально. Выходи, выходи. Вон два. Три. Кто-нибудь подох, нет? Блин, гранат не дохнут. Давайте тогда пробуем так. Так тоже не дохнут. Хреново. Последняя граната. Ну наконец-то, хоть кто-то помер, блядь. Ага, так они меня видят. Ну, причем так хорошо видят. А я их не вижу совершенно. А у них рентгеновское зрение, они меня видят через траву.
это вообще пиздец. Так, ну придется, я думаю, опять, потому что я запутался. Я запутался и не понимаю, как... Чтобы мне главное еще вниз только не упасть. Ну, я очень сомневаюсь, что они сюда залезут. Я их упор не вижу. Я больше, к сожалению, никого не вижу. А, вот. Блин, как она медленная, это ж... Так. Так это куда-то... Так я в него не попадаю, да. Блять, ну и так не попадаю. Так, ну чё, кто ещё-то? Кто-то шмаляет, а откуда, не понимаю, в упор. А, вон он. Еще? Где же еще? Еще. Ты где ты? Вон они бегают. Но они так далеко, что их хрена тут достанешь. Так, тихо. Еще. Ну, я его не вижу из-за этих. Что они орут, орут, а где они, я не понимаю. Ладно. Надо идти как-то спускаться, потому что это я тут могу долго так сидеть. Или просто пониже чуть-чуть. Бля, черт. Так. Вопрос в том, как спуститься. Вот я боюсь, что тут не спустишься. Ой-ой-ой. Как же спускаться-то буду? Реально. Неужели я тут нигде не спущусь?
Я их лично не вижу. Я их не вижу. Прятки поиграть, да. Вот что ли кто-то. А нет, это огонь. Ну. Ну скоро вы кончитесь, ребят. Нет, тут еще есть. Боюсь, вот то, что я тут буду спускаться, я сдохну. Ну давайте рискнем, потому что ну что я тут сижу уже как этот, блин. Сейчас давайте только пушку возьмем другую. Ну вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. И где же это я теперь? А уже не важно где. А может и важно. Так. Так, ну как мне вылезти отсюда? Чего использовать? Я залезть хочу. Можно вылезти-то? Какой-то мертвый мужик лежит. Куда и где ты оказался-то? Давайте как-то выбираться, не знаю. Давай, давай, давай. Никого нет. Непонятно, куда я иду. Это все, зачем я сюда пришел? За реликвией? Ну, это прискорбно. Только время потерял. А, ну, можно еще, по-моему, куда-то по мостам пойти. Интересно, куда? Надеюсь, не за еще одной реликвией. Так. Что какие-то я слышу голоса недобрые. А зачем что включил фонарь-то? У тебя лучше было видно, что ли?
Что это? Собаки там, какие-то эти, где я вообще? А, это и есть их. Вот этот аванпост, который я сейчас должен был захватить, старые шахты. Да это не он, это другой какой-то аванпост. Что, мне его захватить? Какая отличная серия сегодня. Просто пиздец. Ой. Серия, в которой не было нихуя. И начал я опять с этой... Ну, какой вывод я могу сделать? Ну, пойдемте, я не знаю, куда. Вот сюда вот, что ли. А как мы сюда доберемся-то? Ржавый двор, блин. Если все-таки еще раз попробовать вот это захватить. Давайте попробуем все-таки. Раз уж начали, давайте это... Поставил метку на него. Хуя не поставил. Давайте как будет, так и будет. Давайте так. Просто я не понимаю, как по нему, до него доехать по дороге. Вообще это возможно или нет? Вот по идее сейчас мне надо налево. Давайте по дороге попробуем. Я даже на машине не поеду. Пешком пройдусь. На машине кто-то тут ездит. А это мои. Ну, в принципе, оно и логично. Тут здесь одни чужие. Моих тут вообще никого нет. Давайте все-таки на машину, наверное, сядем, потому что далеко ехать. Ну ни хрена. Ребят, проезжайте. Так, стоп. Сейчас здесь куда? Да я вообще не туда поехал, ёбаный в рот, а. Что-нибудь хоть полезного сегодня сделать получится или нет? Вот куда на этой развилке? На этой развилке мне, по идее, нужно ехать ли? Ну, прямо как ехал. На ближайшем перекрестке продолжите движение по главной дороге. Начинается. Кто-то уже начинает лаять. Вон уже вижу снайпера. Значит, мне на выход. У них тут есть сигнализация, ребят. Это хреново. Что за херней тут воняет? Вот, кстати, и снайпер. И собаки. Ну, тяжеловесов тут только нет, насколько я помню.
Снайпер тут есть? Вот он. Сраные повстанцы! Подавитесь этой дырой! Хуже всего, что тут собаки. Вон еще один. И снайпер вон там есть еще один. А сигнализация, ребята, у вас где? Вон она. Внизу она у вас, что ли? Может, ее разбить просто? У вас тут только собаки меня напрягают. Это кто стреляет? Удастся мне к другому снайперу вот здесь пролезть незаметно? Не знаю. Давайте попробуем. Вот, кстати, сигнализация. Только я не пойму, где снайпер. Снайпер. Вот он. Вон он, блин. Не. Вот так просто не получится. Они вон там ходят, блин, двое. А сигнализации две, да. Как свинья тут потею. Сигнализации тут две. И они обе внизу. Вон они, два этих ходят. Это снайпер или кто? Это снайпер. Ну вот как тут лучше поступить? Не вижу я в упор тут сигнализацию, разбить я ее не смогу. Не ровен час меня еще собака здесь увидит. Опа, опа, кто? Ну кто? Они ходят, блин. Не, тут, знаете, мне кажется, тут бесполезно. Если вот там по дороге как-то обходить, вот. Вон еще приехали, блин. Со стороны дороги обходить. Ну это сложный какой-то аванпост. Давайте попробуем обойти вот там со стороны дороги. Может, хоть сигналку у них отключим. Потому что это самое важное. Отключить сигналку. Ну, здесь еще сейчас опять наебнусь и сдохну. Здесь что, собаки? Блять! Тварь, блин. Динго или кто? Динги, да. Они же не были для чего-то нужны. Сильный рюкзак. Ладно, потом рюкзак мы сделаем. Сейчас надо как-то у них... А где вообще этот аванпост, что я его потерял из виду? Блять, вот один прям тут стоит. Да иди ты. Блять, снайпер там. Целая куча. Они ж твари подкрепление вызовут. Блять, и собака здесь. А вот где она? Понять бы, где она. У них там, правда, какой-то зверь есть. Я его тоже не вижу. Вон собака. Что же тут за зверь и где он? Ты же слышишь, у вас здесь кто-то рычит, блин. Блин, как
такой сложный аванпост, для меня, по крайней мере. Вон клетка. Блять, это кура, я думаю, это уже собака. А нет, это не клетка. Блять, где же у вас клетка-то, вашу мать? А вот у вас сигналка. Ну чё, рискнем? О! Ссаная псина. Все, я пошел. Тактическое отступление, потому что иначе никак. А почему собак-то опять много? Почему-то опять целая толпа собак. Вот с какого хера? Да, вперед, взять его, давай. Ах ты, ссаная шапка. Блять. Да чтоб тебя, а! Да, сегодня какая-то хуйня, ебаный в рот, блядь. Ну что-то снайпер ебучий, блядь. Да, блядь, вы сдохнете или нет-то, а? Ну все, это пизда, конечно. Не знаю, что происходит. И под гранату прям. Ну, может, как-нибудь справлюсь, не знаю. Ну, что-то все из рук валится, если честно. Нахуй все хочется бросить в пизду. Вылезет из этого болота ебаного, блядь. Да, повстанцы с вами играют. Черт, бегом! Давай, беги, беги. Заебали идти с запада. Опа! Ты ответишь, сука! Как же сложно сегодня воевать-то. Не, эта серия нахер. Это явно, ну просто пиздец какой-то. Ничего не выходит. Thank you.
Пиздец, блядь. Здесь же еще один ходил, куда делся-то, ёпты. О. Никого. А, собаки. Собаки это да. Не, не надо идти. Пусто, пусто. Там он, правда, снайпер еще один. Не, в этого я боюсь не попаду. Не, надо собаку сначала. Тут никого нет, мужик, не надо ни за кем ходить. Вон еще двое. Ну это совсем, ребят, никуда не годится. Понять, сколько их тут еще. А вон снайпер. Блять, ладно. Полный идиотизм, ну ничего не поделаешь. Патроны есть, боец лежит. А вам пост в руках ракет. И по-другому не бывать. Так. Сволочи. Ну здесь сложность в чем? Собаки сраные. И очень у них плохо сигнализация стоит. Не буду я как бы стирать эту серию, выложу ее. Хочется мне как-то все поспокойнее сделать, ну не знаю. Не всегда получается, ничего страшного. Давайте купим бронежилет. Знаете, что сделаем? Во-первых, продадим все лишнее. Во-вторых, что-то нам можно было сделать из шкуры динго. Что там все происходит-то? Кто там ездит? Шкуры с динго можно было что-то сделать. Путеводитель. Динго. Динго Рукаянда ближе к собакам, чем их западные сородичи, но они были и остаются динго, вроде как превоспитавшиеся уголовники или вегетарианцы. Так, реликвию я еще одну нашел. К
карты памяти. Ну, хрен с ними, я их читать даже не буду. Реликвии тоже. Так, создание предметов. Я хотел рюкзак сделать, да? Нет, а что я могу сделать-то из динги? Перевезть для горючего, а нахер она мне нужна? Шкуру собаки. Где шкуры динга? Да же у меня были они. Твою мать. Ну нет, и ладно. Так. А, вот еще что, знаете? Не, ничего не будем делать. Так. Ой. Неудачно сегодня действительно все происходит. Вон, кстати, собаки еще. Где ты? Где он тут? Ага, ага. Все или еще есть? Так, где еще? Блин, это ты. Мы очистим тут все от пиратов. Цитра обещала. Цитра обещала, только сама она ничего не делает для этого. Так. Что ж, еще где-то были же убитые собаки. Поскорее бы домой. Я ж двух завалил. Куда еще-то одна делась? Блин. Ладно. Так это кто? Это свои. Что она готовит? Так. А вот собака один. Или это не с... Это камень. Блять. Ну, короче, не знаю. Собака куда-то одна пропала. Хуй ее знает. Я не вижу. Так. Ну и мне теперь куда, по идее? Может попробовать взять задание вот этот охотник за головами. Посмотреть, что это такое. Давайте попробую. Не будем тогда сегодня идти по основным заданиям, попробуем дополнительные взять. Охотник за головами. Пираты убили в лесу местного мясника. Убейте их предводителя ножом, как истинный воин. Давайте. Как истинный воин. Вот сюда, да? Я поставил точку-то. Блять, не поставил. К истинный воин, убейте его ножом. Ну, посмотрим, что у меня будет. Так. Мне еще только не утонуть и не сдохнуть тут, как истинный воин. Охота за головами, новое учебное задание. Найдите на карте значки заданий «Охота за головами». Найдите самых главных врагов Аркьята и убейте их ножом. Используйте быстрое убийство, чтобы получить больше опыта. Ага. Ну, не знаю. Тренировка, может, будет и нормально. Только он как-то далеко. Ну, разок попробуем, получится. Так, я сейчас вот я чувствую тут... Я только до него не дойду, я сейчас ёбнусь и сдохну. Нет? Очень странно, блядь. Обычно, когда я падаю с таких обрывов, я подыхаю. Что там, снайпер, что ли? Вы что, охренели? Да вы что, издеваетесь? Найдите командира и убить его ножом или методом бесшумного убийства. Это как из снайперки или что такое метод бесшумного убийства-то? Если я его из снайперки грохну, это будет считаться? Где этот командир сраный? Блять, а где командир-то? Тут одни подчиненные, командира нет. Помеченные враги. Возьмите, ну так ёб твою мать, я это знаю уже
хуй знает сколько. Ребята, что у вас там снайпер делает? Вы же вроде как обычные, вы там что, бьете что ли кого-то? ОМОНовцы что ли, блядь? Бля, один вот прямо тут стоит нахуй. Блять, а где командир, я не пойму. Не знаю, иди понюхай, чем воняет. А тут я не... вниз. А, я тут наебнусь. Если что. Класс. Шлюха наградила меня трипером. Чувак. Ну запишись, сходи к венерологу, блядь. Стульчик поставь. Вот сейчас здесь, здесь упаду, я не... А может и не упаду. Так. Ага, может я не упаду, только я здесь не залезу. Весь чертов остров может катиться в ад. Слушайте, я не пойму, где командир. Ну это ж не командир, хмырь какой-то с ножом. Иди отсюда. Ну и дыра. Точно, тренируют сотрудников спецподразделения МВД. Вон один с дробовиком, второй с ножом, блядь. Командир ваш где, сраный, блядь? Опа. Слушайте, а как командир обозначается-то? Да нет никаких... Где, что это? Вы что, возбудились, что ли, ребят? Не надо. А? Мне послышалось? Тебе послышалось. Сраные повстанцы! Подавитесь этой дырой! А вот это кто? И все? Сраные жуки, а я пошел. Можете тут сколько угодно, сраные, не сраные, все, ребят. А что мне за это дали? Вот можно вопрос. Так. Я вот так. Ай, блядь, черт, кто это? Никто это. Ладно, я думаю, я смотаюсь, не буду я с оставшимися воевать. Мужики. Следите так. В оба. Ладно, я сматываюсь, короче. Глядите в оба. Я только единственное не понял, а что я за это получил, за то, что я вот убил этого командира. Кто бы ты ни был, я найду тебя. Угу. Я ничего не нашел. Можешь объявить меня в розыск федеральный. Действительно, я ничего не нашел. Ребят, без командира вам будет лучше. Блять, да еб твою мать. Три пули. Тут что, граната, разойди. И оба живы. Я хуеваю, блять. Посмотрим, на что догодишься. Вот сука. Где? И вот опять вопрос, почему они тут продолжают ездить? Если здесь все зеленое. А, бумажник, опять бумажник полон. Если бумажник полон, что мне надо делать? Путеводитель. А, ну это... Реликвии эти.
что мне делать, если у меня полон бумажник? У меня полон бумажник, мне надо шкура казуара. Кто такой казуар, блядь? Так. Опа. А это что? Вон там опять враги. Блин. Куда мне, в принципе, надо дальше? Мне надо вот сюда. Вообще, точнее, вот сюда. Ржавый двор. Знаете что? Так, давайте посмотрим, нет ли здесь каких-нибудь оленей рядом, казуаров. Да никого тут рядом нет. Давайте-ка пока на сегодня закончим. Сейчас я мужика обшмонаю. А, я уже не могу его обшмонать. Ладно. Так, давайте на сегодня закончим. Куда-нибудь я сейчас встану вот сюда, вот, чтобы никто никому не мешать и не привлекать ничьё внимание. И будем заканчивать. Вот, такой вот красивый пейзаж напоследок. В общем, спасибо всем, кто смотрел это видео. Серия получилась достаточно такая бестолковая, но как бы ничего не поделаешь. Вот. Буду дальше проходить эту игру. Игра мне нравится, игра мне как бы меня увлекает. Но игра достаточно сложная стала. Она усложнилась. Это заметно. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Если есть желание, напишите что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем приятного вечера и выполняйте, пожалуйста, законные требования сотрудников полиции.